Всем привет, меня зовут Юрий Ковалев, и это рубрика «Скажи-ка, дядя». Футболом начал заниматься в 7 лет, у себя там в Белыничах, до 7 класса. А потом меня позвали в спецкласс на базе Суворовского училища. И так я попал в 14 лет в Минск, в Суворовское училище. Потом в 17 лет меня Игорь Горелов заметил и пригласил сюда, в футбольный клуб «Шахтер». Футбол выбрал, потому что у меня там особых, куда можно записаться было, на секцию выбора большого не было, только футбол, гандбол. Решил выбрать футбол, и все, и на этом остался мой выбор такой. Ну, всю жизнь я занимался футболом, всегда у меня на первом месте был футбол, 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 поэтому я так не задумывался, кем бы был, но, наверное, был бы тренером. Если бы не получилось, как мои многие знакомые, кого не получилось, все стали тренерами, так бы, наверное, и я. Хобби у меня нету, так, но раньше ходили на рыбалку, когда еще Кирилл был в Ергеевичу команде, ездили на рыбалку, а сейчас такого хобби нет. Ну, Солигорск уже для меня в какой-то мере родной город, потому что здесь я стал футболистом, можно так сказать, и здесь очень много у меня друзей и связанных моментов с жизнью, с моей. Поэтому я считаю, что Солигорск как бы почти родным для меня. Все-таки уже здесь 7 лет. Ну, конечно, хотелось бы отыграть в одном клубе, стать, как говорится, легендой клуба. Ну, я считаю, что это классно, да. Хотелось бы, но, с одной стороны, если предложат какой-нибудь другой, более сильный чемпионат, более сильный клуб, почему бы не попробовать свои силы там? Так что палка о двух концах. Ну, конечно, комфортно уже. В детстве играл нападающего, сейчас уже сколько лет с дубля я всегда постоянно играю крайним полузащитником, то лево, то право. То поэтому комфортно, все, никаких проблем не вижу. Я мой партнер на футбольном поле, тебе комфортнее всего играть. Может, пропустим этот вопрос? Не хочу кого обижать, не скажу, смойте, блин, буду обидеться. 100-метровку мы... Сейчас мы сдавали тесты, 10 метров, 30 метров, но 100 метров не сдавали. Это не футбольная дистанция, 100 метров редко бежишь так. Ну, 30 метров. 30 метров я сейчас последний раз пробежал 3.9. Кто играет самым быстрым в команде? Самый быстрый в команде, по-моему, Сойри у нас. Я не помню точно, но Сойри, Багарич тоже быстрый. Самый запоминающийся матч, два матча у меня таких. Один в Лиге Европы с ПСВ. Конечно, запомнилась полная трибуна и атмосфера великолепная. И один матч молодежной сборной. Я играл со сборной Франции. Там на выезде во Франции тоже полная трибуна и атмосфера. Тогда уже и знаменитые игроки, Курзума, такие в Челси играли люди, но поэтому запомнилось. Так что болею, чтобы переживать, там следить за какой-то командой, то так я ни за кем не переживаю, но так симпатизирует Реал Мадрид, симпатизирует в детстве, болел за Ливерпуль. Ну а таких, чтобы такого нет. 5 лучших полузащитников, но Роналдо по-любому, Неймар, Месси, Робен, Калачев, Тимофей. Я фланговых и одного Модрич. Самая большая мечта – попасть в хороший европейский клуб и в национальной сборной попасть на топ-турнир.